Друзья, всем привет! Спешу поделиться ответами разработчиков и планами на ближайшее будущее на вопрос, что из нового стоит ждать в Блице, новую графику и графический движок. Народ, камон, давно уже пора. В 2К18 с ПК играть можно ведь, но графика явно не подходит под стандарты. Я так считаю, если ее запихнули в Steam, то и графу хочется видеть получше. Например, как в ББ. А что вы считаете на этот счет? Пишите в комментарии под видео. На вопрос, можно ли будет восстановить больше танков, ответ последовал: пока нет. Такая политика поддержки. А нельзя будет сделать два клиента для слабых устройств и HD клиент? Ответ прозвучал так. Нет, магазины мобильных приложений, такие как Play Market и App Store, не позволяют так сделать. Когда же наконец ведут DLC закачку для Android? Поверьте, она уже готова. На вопрос, будет ли глобальная карта наподобие как было в ББ, разработчики ответили, что в клиенте точно нет. Зарубежные коллеги уже сделали сайт с наградами и активно его тестируют. Возможно, если эта тема зайдет, то ее начнут продвигать и на другие сервера, в том числе и на RU-кластер. Интересный вопрос, будут ли 121B и другие премы снова в продаже, которые были в сундуках. И, собственно, ответ меня слегка шокировал. Да, возможно, в наборах, а возможно и в ивентах. Ситуация повторяется как с Chieftain T95. Много кто донатил ярмарку, чтобы его получить, а потом многие получили танк на халяву за ивент. В том числе и я. Это не совсем честно по отношению ко всей комьюнити. Ну что же может знать хейтер без трусов, когда в Wargaming сидят просто акулы маркетинга? Ну на этом у меня все. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если этого еще не сделал. И самое главное, друзья, играйте только в качественные игры, если, конечно, у вас есть чего играть.